Так, список блудниц до сих пор делаем. Поговорить. Золото нам надо. Жаль, что вот это пропустил. Поговорить с Золтаном. Еще когда дневник нашли. А то я тогда на Скеллиге отправлялся. Не надо ли тебе чего, мастер? Эльская кровь. Давай, шанс. Как дела, Пуся? Скучала по Золтану, старуха? Что же ты? Даже воды не выпила. Ну, повторяй, добрый крекер, добрый. Ну вот и ты, наконец, познакомился с моей Пусей. Она вот-вот заговорит. Золтан, а ты знаешь, что попугая из совы не сделаешь? Сделаю, сделаю. Ты обернуться не успеешь, как она с нами в гвинт будет резаться. Все-таки мы хотели поговорить о Лютике. Ты узнал что-нибудь? Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. Кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из ковера, кажется, трубадурша. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. Ясно. Это Присцилла. Кто же еще? Почему ее не было в списке? Понимаешь, с этой Присциллой совсем другое дело. Лютик ей вроде как обольщался. Он влюбляется в каждую вторую. Как бы тебе объяснить, кого Лютик любит больше всех? Себя. Ну вот, а она точное его отражение. Ну что можно сказать, нашла коса на камень. На ледяную глыбищу. Эта девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Присцилла работает вместе с труппой Ринары Лисой. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в Зимородке. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Пусю надо покормить. Здесь
О, ты уже здесь? Заходи, давай сядем где-нибудь. Сейчас начнется. Тише, женщина! Мы на концерт пришли. Убийца? Война идет. Вот люди и умирают. Идите, спорьте в другое место. Опять одни дрязги. А говорили, это пристойное заведение.
Насколько я знаю Геральта, он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею. Да кого он спасет? Он же убийца. Золтан, спокойно. Выход там. Снаружи разбирайтесь. Пойдем. Дайте мне послушать музыку. Культурная столица, сука. Давай я тебя представлю. Присцилла, известная как Цираночка. Столь же прекрасна, сколь талантлива. А это... Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся, ведь это такой благодарный сюжет для песни «Ведьмак, влюбленный в чародейку». Или следует сказать «в чародейку». Вижу, Лютик все подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого? Очень забавно, правда. Ну, до свидания. Не туда. Давайте за мной. Для всех этих предосторожностей есть причина? Вполне уважительная. Когда я в последний раз видела Лютика, он сказал, что планирует налет на казну Сигеройвина. Ой, мотыляш, за ногу! И больше я его не видела. Лютик и налет на казну? Я бы меньше удивился, если бы он дал обет воздержания. Правда? Он как-то забыл заплатить за вино в Пассифлоре, так 3 дня потом уснуть не мог, нервничал. Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь. Дело, не терпящее отлагательств. Но имен не называл. Нет. Но зная Лютика, речь скорее шла о ней. Наверняка стройная и с обширным бюстом. Ровен? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер. Хромает на левую ногу. Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда, пожалуй, да. Надо полагать, налет не удался? Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Я спрашивала о нем в городе, но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка-младшего, и что ублюдковые люди гнали потом Лютика через весь город. Ублюдок-младший. Что-то не знаю такого. Самый большой хрен в Новиграде. Не буквально, а в смысле... Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех 4, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе с, собственно, Сигеройвином, Карлом Варезе и Королем Нищих. Неплохой номер. Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался, а то тогда бы началось. И снова я должен спасать Лютика, а? Может, к нему наняться, жалование за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха. И мне, в общем, тоже. Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сигеройвином. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани. Только смотри, это опасный тип. Я тоже. А вот Лютик нет. Поэтому прошу тебя, поторопись. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Похоже, мне здесь делать нечего. Я в Шалфей. Накормлю Кусю и буду ждать. А ну как Лютик сам вернется. Будьте здоровы. Цель, тебе здесь нравится.
А что у тебя такие седые волосы? Спокойно. Как же было дело с Фольтестом? Сиги Ровин, наш корефант. Пойду-ка поищу лучше доспехи кота. Можно будет их сразу скрафтить к 23 уровню. Nice.
сука! Вперед, плотва! Давай! Здесь стоит осмотреться. Сюда.
Ты что, гулей ищешь? Потому как добить меня некому. Мне уже последние дни остаются. И как я сдохнуть не могу. С детства такой крепкий был, собака. Ха, мы вроде уже встречались. Ага. Вытащили вы меня с-под кучи трупов. А я тогда такой уверенный был, что меня зараза обойдет. Такой уверенный. Послушайте, вы мне раз благодеяние сделали. Смилуйтесь и сейчас. Меч у вас острый. Кончайте это. Ты уверен? Да, прошу вас. Сделайте все быстро. А труп мой потом спалите. Хорошо. Спасибо. Вот, держите-ка. Хотел я детям золото оставить, только теперь не нужно им оно. Будем считать, что это его призрак. Вперед, плотва! Теперь помедленнее. Шевелись, плотва! Thank you.
Это вход в нору Накеров. Пошла. А что с теми ребятами, что должны были купцов? Так, с инфоходами. Плотва. Теперь помедленнее. Не подходи, а то будет одним трупом больше. Слушай, ты. Сзади. Ты думаешь, я куплюсь на такую... А, мать моя! К оружию! Оружие хватайте! Чёрт! Ah!
Иди сюда. Не хочу. Спасибо. Если б не ты, нам бы уже конец пришел. Как пить дать? Стоит осмотреться. Убью. Не давай его проснуть!
сдохни! Стоит осмотреться.
это почему-то отличная вещь. Ладно, не помню, где остальные вещи кота должны быть улучшены. Так. Перчатки есть. Ладно, потом поищу.